Всем привет! Есть у меня такой кусочек ткани небольшой на трикотаже, парашек. Я покупала его, хотела шить себе какой-то капюшон, но что-то мне не сложилось. В общем, и я решила попробовать шить какую-нибудь составную из разных тканей курточку на весну. Уже нашла у себя от джинс остатки джинсовой ткани, шила себе шорты такие и джинсы на резинке. Посмотрим, что из этого выйдет. Я нашла подходящую выкройку от You It Now. Так как барашка ткани у меня было меньше на 20-30 сантиметров, у меня был всего лишь метр, мне, конечно же, не хватило. Я решила сделать полочки составными, и шов у меня будет идти прямо на том месте, где будет пришиваться клапан к карману, поэтому его здесь не будет видно, а здесь сбоку тоже особо он в глаза бросаться не будет. Вот так я вышла из положения. Приколола к двум полочкам эти котетки утеплитель. И сейчас буду их притачивать на швейную машину на ширину 0,7. Показываю, что я сделала за вчерашний день. В общем-то, соединила все детали. Карманы пока только приметала. Клапаны еще даже ничего с ними не делала. Вот, и здесь тоже с металла, что померить. Интересно было, как это все смотрится на мне. Это мне понравилось. Продолжаем шить дальше. Ну что ж, верхняя часть у меня вся готова. Осталось шить подкладку и пришить молнию. И планку. Это я не думаю еще планку пришивать или нет. И еще я не вставляла резинку в манжет, потому что я ее забыла купить. Вот. Мне нравится, как получается. Здесь на кнопочках. Правда, я сделала пришивные кнопочки. Они у меня были. Продолжаю шить дальше. Ну все. Вот подкладка у меня готов. Теперь надо сшивать молнию и резинки на манжет и вниз сшивать. Сегодня как раз она у меня придет. Ну и вот результат. Мне очень нравится. Буду носить с удовольствием. Пишите комментарии, нравится вам или нет. И ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!